Александр Бютнер, 4-й Кристофер Самба, 13-й Владимир Гранат, 25-й Алексей Козлов, 6-й Раз вывернулись хозяева из-под прессинга и быстро переходят в атаку. Да не просто переходят в атаку, а забивают мяч в ворота «Динамо». Да, держится за лицо. Давайте мы еще раз посмотрим. Да, Самба находился в такой позиции, что положения вне игры не было. Далее Кихат оторвался. Оторвался Кихат от преследовавшего его защитников «Динамо». Ну а Березовский к мячу уже никак не поспевал. Сыграл на опережение в итоге. Березовский до мяча не добрался. И 1-0 будет хозяин. С левой ноги. Подача Самба. Здесь его рост огромный был крайне кстати. Так что побежали. Пенальти решил арбитр назначить. Да, конечно, игра рукой. Да, безусловно. Ну а куда? Руку задрал. Раз, в борьбе. Ну, должен так быть. 11-метровый. Курание! По единичкам. 1-1. Угадал направление полета мяча голкипер, но работанный какой. Леша! Леша! Четко. Ворот тоже. А ответ вот такой. И ответ бодрый. Динамовцы реализуют свой момент. В нужную минуту Ионов. Ошибка. Ошибка защитников Капаэля. Ну а дальше удар Ионова будет. Очень прекрасно. Аккуратно в дальнюю девятку. Уподоблюсь дедушкам. Вот в 94-й Александра Пеленова. Называется даже сумма трансфера. 8 миллионов. Березовский. Арбитр показывает, что... Что показывает арбитр? Они-то считают, разумеется, футболисты ХПЛ, что мяч пересек линию ворот. Давайте мы еще раз посмотрим. Ну да, нам бы вот сюда, отсюда не поймешь, нам бы сюда ту самую систему знать.